В Усть-Ишимском районе из-за паводка от райцентра оказались отрезаны два села. Вода на севере Омской области продолжает прибывать. Сейчас в районе полностью затоплен проезд к двум населенным пунктам Красноярка и Кайлы. Все необходимые продукты и медикаменты туда доставляются по реке. У нас есть на двухнедельный запас продуктов, медикаментов. Проезжали, мониторили на лодку. Вчера довозили хлеб. У них там на месте не пекут, поэтому мы доставляли туда хлеб. По остальному проблем. Мне сами населенные пункты, они не потоплены. Кроме того, в Усть-Ишиме затоплено 26 приусадебных участков, нарушено транспортное сообщение с 12 населенными пунктами. В ближайшие сутки возможно повышение уровня воды на 7-12 сантиметров. Здесь организована работа аэромобильной группировки Главного управления МЧС России. Работает 80 человек, 12 единиц техники. Мы прогнозируем такую обстановку до числа 10-15. И после 15-го уже будет стабильное снижение и угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и разливом реки Иртыш и Ишим, уже не будет существовать. Развернуты пункты временного размещения для граждан, которые могут оказаться в зоне чрезвычайной ситуации.